друзья! Сегодня в нашем театре праздник, сегодня юбилей. Мы сыграли наш любимый спектакль в 900-й раз! Мы приветствуем актеров, участников первого спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» в театре имени Моссовета, состоявшегося 12 июля 1990 года. Заслуженный артист России Леонид Сенченко. Заслуженный артист России Вячеслав Бутенко. Заслуженный артист России Александр Бобровский. Заслуженный артист России Валерий Еременко. Народный артист России Анатолий Адовский. Артисты театра имени Моссовета Нил Кропалов и Владимир Прокошин. Мой крифа, совет собрался весь, здесь все жильцы. И фарисеи здесь, и я буду краток. Время нас не ждет, там за окном разбуженный народ. Как же нам быть с самозванцем Иисусом? Он чудотворец, герой дурак. Но он не бунтарь, и толпа без оружия. Я знаю Христа, он совсем не таков. Что нам делать с Иисусом поклонством? Он хоть и плотник, совсем не профан. Он больше людей обратил в свое лоно, чем ныне покойный креститель Иоанн. Вижу зло и насилие, он будет царем и разгневает Рим. Вижу нашу погибель и горе нам всем. Причиненное им. Нам надо с ним сладить, пока он один. Выпускница школы-студии МХАТ, актриса театра имени Моссовета Анастасия Пронина. Thank you.
артисты театра имени Моссовета Антон Соколов и Александр Емельянов. Театра имени Моссовета Павел Хомский.